To je rámc Соединенных Штатов Америки. 91-го года рождения. Неоднократный участник чемпионатов мира. Лучший результат. 4-е место на Кубке мира. Виктор Рассанин представляет команду России Сахайкутия. Ему 21 год, мастер спорта. Является призером чемпионата России. Тренер Иван Дмитриев. Наконец, победу!
от гонці. Це для вас Монголія. Подожди, спочатку 2 бала синього, так? Потім ще лопатки робити, прийом. Синього бал красного, виход синього наверх, ще бал синього. А красного нічого тоді? Чому? Бал красного. Вначалі, бал красного. Автотуш йде, прийом робить синій, отримує 2 бала. Через лопатки робить прийом 1 бал. І синій виходить наверх, ще бал синій. Подожди, робив синій. Ну? Ну. Автотуш 2-1. И еще один бал синего? За что? За выход наверх. Он же зашел наверх. Ты же уже дал бал синего. А? Ты же уже дал. Красный. Вот, красный. Красный. И 2 синих. Что потом за накат? Или нет? Или 1-1 за накат? Нет, почему? 2. Подожди, когда счет на нас? На ковре мы заканчиваемся второй период рейтинга. 1-2 финала массовой весовой категории до 74 килограммов. Красный трикор мастер спорта Шамиль Османов, Россия. Синий трикор мастер спорта Ахмед Гаджимагомедов, Россия. А на ковре А второе решение поединок, в котором встречается монгольский борец Сурмаамаш Габдилбазар. Ему 26 лет, мастер спорта международного класса. Третий раз борется на турнире Иван Ярыгин. Серебряный и бронзовый призер чемпионата Азии и Азиатских игр. Азаман Тускаев представляет Московскую область ЦСКА. 9 лет занимается на Москве. Также мастер спорта международного класса. Тренеры Маркиев.